Я вас приветствую, дорогие подписчики. Давайте сегодня посмотрим прохождение игры Тур 91. Игра 91 года. Жанр игры — спортивные игры. Создана компанией Топософт. Так, здесь мы выбираем спортсменов, которые будут соревноваться на велосипедах. Да, игра на велосипедах. Мы управляем велосипедом. Довольно красивая игрушка такая. Я ее выбрал для того, чтобы показать вам. Ну и проходится она очень легко. Игруха испанская. Поэтому поехали. Так, вот наш велосипедист. Он стартует по ходу предпоследним. И мы мчимся. Внизу экрана есть шкала, где видно... Нет, мы все-таки стартанули последним. Да, последним, я думал. Та точка тоже велосипедист. На шкале, в общем-то, видно, где старт. Нет, все-таки предпоследним. Вон только тронулся велосипедист. Но мы уже успели обогнать нашего соперника второго. Но по ходу третьего мы не догоним. Графика сделана в игре очень красиво. На заборах везде логотип Топа. Очень красиво нарисованы машины. Ну, вообще игра, игрушка красивая. Но дело в том, что второй уровень уже не такой, то есть там вид сверху и графика уже не такая. Ну, сейчас все увидите. Ну как, я имею в виду, что графика велосипедистов сверху, понятно, что она выглядит уже не так. Так, наш первый игрок приезжает, ну а мы приезжаем вторыми. Так, мы заканчиваем первый тур. И переходим ко второму туру. Здесь у нас вот такой вид. Ну как, в принципе, графика тут тоже красивая, но мне кажется, что в первом уровне было красивей. Тут у нас вид сверху, мы мчимся по дороге. С левой стороны у нас виден маршрут, все повороты. Походу тут вся движуха спортивная проходит на берегу моря или речки, я не знаю. С левой стороны на карте видно, что там какой-то водоем, а с правой стороны, скорее всего, извергающийся вулкан, потому что земля красная. А что может быть красное? Это только какие-то химические отходы или лава от вулкана.
Ну а как еще можно, что еще можно подумать? Почему не нарисовать зеленым? Тем более, что спортивные состязания на велосипедах. Почему нельзя было зеленую травку сделать? Я-то музыку прикрутил, громкость особо она меня не впечатляет. Эта музыка, ну такая кумарная, ну просто жесть. Ну, можно было какую-то музыку другую придумать, либо не делать ее вообще. Ну, накладывать свою музыку я не стал, не хочу. Да и вообще, некоторым моим подписчикам нравится оригинальный звук. Я это понимаю. Поэтому музыку накладывать больше не буду. Ну, а вы как считаете, можете написать это в комментариях внизу под этим видео. Итак, мы доезжаем уже до финиша. Третий уровень у нас, ну, почти такой же самый, тоже вид сверху. Так, вот он финиш, мы приезжаем первыми, да? Да. И время у нас минута 57. Хорошо. Так, третий уровень. Да, тут у нас наш маршрут с правой стороны. Дорога вся такая извилистая. Мы едем не последними. Ну, тут графика тоже красивая. В принципе, да. Должен отдать честь, что ребята постарались сделать ее более реалистичной. Так, обгоняем всех. Вон еще впереди один, два соперника. Так, тут какая-то дамба, по-моему. Да, еще хотел сказать по поводу управления этой игры. В первом уровне, хотя это надо было говорить в первом уровне, а не в третьем, но впереди тоже уровень, вид сбоку. Короче, ну вот здесь, в третьем уровне, управление обычное, то есть вперед-назад, лево-право, лево-право мы поворачиваем, вперед-назад это едем вперед и тормозим. А что касается первого и четвертого уровня, для того чтобы разгоняться, там надо нажимать клавиши лево-право. И чем чаще нажимаем, тем больше вероятности того, что мы приедем к финишу первыми. Так что я, наверное, выложу прямую ссылку на Google Диск для того, чтобы скачать эту игру, и вы смогли в нее поиграть. Так, ну мы тут лидируем. Проходим все это дело очень легко. И мы уже рядом возле финиша. О том, что нас догонят, можно уже не волноваться. Все, мы на финише и переходим на четвертый уровень.
здесь у нас вот такая вот канитель. Мы стартанули, сейчас надо всех их обогнать. Очень часто нажимать клавиши лево-вправо для того, чтобы вырваться вперед. Здесь у нас тоже внизу шкала, видно, где у нас старт, где финиш, и видны соперники. Ну, естественно, идет спортивное время. И мы едем сейчас третьими, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Посередине цифра 3. Уже 2. Уже 1. Итак, мы вырвались вперед. Главное не отставать. Ну, тут стоят скорые помощи, грузовики, я смотрю. Реклама Кока-Колы. Классная реклама какой-то девушки. Да, наверное, это максимальная графика на ZX Spectrum 48 килобайт. А даже на 128 килобайтах тоже это максимальная графика, что можно выжать с этого компьютера. Но, тем не менее, она красивая, подходит к такой игре. Так, и мы уже подбираемся к финишу. И приезжаем первым. Так, ну все, друзья, это конец, победа, конец этой игры. Я с вами прощаюсь до следующего ролика. Всем пока!